приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина, сегодня у нас 1 марта и, соответственно, будут впечатления месяца февраля. Мы перезимовали, счастье-то какое! Я не люблю зиму, вообще не люблю, и для меня вот этот вот приход хоть какого-то тепла будет очень-очень радостным, хотя сейчас у нас в Киеве самые холодные дни за эту зиму, вот сегодня у меня 26-е... февраля, и у нас что-то типа минус 15, завтра что-то типа минус 19. Это, конечно, жесть, но все идет к весне. У меня вчера был концерт, как видите, у меня тут еще остатки того, что вчера называлось прической, но про концерт мы с вами поговорим в конце этого видео, а сейчас о впечатлениях февраля. Впечатлений было немного, месяц коротенький, впечатлений было немного, и первое это, конечно, зима в деревне. Моя работа по авторской схеме, я наконец-то к ней снова приступила. Об этом есть подробное видео, отчет, я оставлю ссылку в верхнем правом углу. Вышивается кое-как, с лупой, но вышивается. И я уже говорила об этом, я очень сильно хочу в этом году эту картину закончить. Я надеюсь, что у меня это получится. Хоть и идет очень медленно, но на следующий год мне ее переносить абсолютно не хочется, хотя я даю себе отчет, что вот уже 2 месяца года прошло, осталось 10, и я не могу сказать, что у меня прям какие-то грандиозные продвижения в моих планах, но очень бы хотелось, конечно, эту картину закончить. Следующее – это ремонт. В феврале начали опять выходить ремонтные видео, и за февраль мы отремонтировали столовую в квартире, в которой я буду жить, надеюсь, скоро. Мы отремонтировали там столовую, и сейчас осталась спальня и кое-какие недоделки, и я бы очень сильно хотела, чтобы в марте мне уже получилось, чтобы у меня в марте уже туда перебраться. Я просто сижу вот так вот. Не знаю, получится это или нет, но до 8 марта мы очень надеемся, что там закончится ремонт спальни. И там уже будем видеть, насколько быстро. Там еще нужно будет убирать, потому что там огромное количество пыли и все грязное. Но, конечно, бы хотелось, но сам тот факт, что в марте там хотя бы закончится ремонт, я не знаю, перееду, не перееду, но то, что он закончится, это уже огромная радость, потому что я веду свой пятибук, я думаю, тоже многие знают, и я смотрю, что я писала в это же время, там, в прошлом и в позапрошлом году, и в прошлом, и в позапрошлом году я постоянно пишу, что мы что-то делаем в той квартире. Папа прокладывает проводку, мы делаем то, мы делаем все, и это уже, получается, 3-й год идет нашего сражения с той квартирой, и сейчас, наконец-то, это перешло в какую-то активную фазу. Следующее впечатление месяца, причем, наверное, я вам хочу сказать самое большое впечатление этого месяца, это я рассказывала вам в предыдущем видео, что я пошла стать на учет в поликлинику, просто чтобы стать на учет в поликлинику. То есть я рассчитывала прийти, там заполнить, я не знаю, какую-нибудь бумажечку, чтобы мне дали пропуск, и все, то есть и уйти. Но не так получилось. Мне дали целую стопку направлений на все самые непредсказуемые анализы по врачам, то есть мне дали все бумажки, которые мне нужны для прохождения полного медицинского обследования. Я на это абсолютно не рассчитывала, я рассказывала вам в прошлом видео, что какой кошмар, мне придется идти по всем врачам, как я не хочу и так далее. В этом месяце я абсолютно пересмотрела, у меня просто мое мировоззрение вот в плане врачей, поликлиники, занятий своим здоровьем просто перевернулась, наверное, с головы на ноги, не с ног на голову, а с головы на ноги, потому что раньше я думала, ну вот, по врачам,
к ним только попади, там один направляет к другому, другой направляет к третьему. И вообще я всегда слышала фразу: нет здоровых людей, есть недообследованные. То есть даже если ты ни на что не жалуешься, у тебя найдут. А если ты на что-то, не дай бог, жалуешься, то все, ты туда зайдешь, оттуда не выйдешь, они тебя будут по кругу пускать и так далее и тому подобное. Кроме того, я наслышана о реалиях наших врачей, о врачебном хамстве, о ну, каком-то недоброжелательном отношении к пациентам и так далее и тому подобное. И шла я туда просто, знаете, вот как из-под палки, уже дали эту кипу бумажек, ну что, уже надо пройти, вот мне их уже дали. Потому что мне сказали, что вы как бы, если не хотите, вы можете это все не проходить, но когда вы захотите к нам обратиться уже, собственно, с какой-то проблемой, то вам все равно придется это все пройти, потому что вас ни один врач не примет, не имея как бы перед собой полной картины вашего состояния здоровья. То есть там поликлиника, там нет карточек, да, я вообще про карточки как бы пациента вообще только слышала о физических карточках, знаете, где врач что-то от руки пишет, я только слышала о таком, у меня в детстве, кажется, такая была. Но там сейчас все в компьютере, то есть ты приходишь к врачу, он по номеру твоей карточки, именно по номеру твоего пропуска, скажем так, он смотрит, у него открывается вся твоя история по всем врачам, все твои анализы, все, что у тебя есть, вся твоя подноготная у него открывается на компьютере, то есть никаких физических карточек, с которыми нужно ходить по кабинетам, нету. И я пошла по вот этой вот всей истории, я выкладывала там в Инстаграм в сторис маленькие кусочки, что вот я опять здесь, и я снова здесь. Попроходила я всех врачей, и вы знаете, страшного в этом не было ничего. Я столько раз, столько в этом месяце делала того, что было для меня впервые. Первый раз в жизни делала ЭКГ, на секундочку. То есть у меня была просто масса впечатлений, я обогатилась огромным количеством новых знаний, и я поняла, что это вообще не страшно. Вообще абсолютно не страшно. Возможно, мне еще повезло также с врачами, потому что все были абсолютно доброжелательные люди. Я обошла, я не знаю, человек 10, наверное, и единственный человек, который был не очень любезен, это тетенька в регистратуре. Все. То есть все остальные именно врачи абсолютно милые, доброжелательные люди, потому что, опять же, я говорю, я и слышала про вот это вот врачебное хамство. И также я помню, как я... У меня очень яркое такое есть впечатление, когда я в школе проходила медосмотр, наверное, в каком-то то ли 9-м, то ли 11-м классе, и мне запомнилось... врач или медсестра, которая брала кровь на анализ, нас тоже погнали всех сдавать кровь, и я помню, она была такая хамка, такая баба, простите на слове, которая всем хамила, эти несчастные перепуганные дети, эта злобная Мегера, которая высасывает кровь из этих несчастных детей, то есть я помню вообще такая грубиянка, и... Вот у меня это отложилось, просто, знаете, как вот, как говорят, выкарабывалось, да, то есть отпечаталось у меня в мозгу, но здесь ничего подобного у меня не произошло, и, как я уже сказала, у меня просто перевернулось мое мировоззрение, и я поняла, что, вы знаете, это, конечно, очень классно, когда вы живете и думаете, наверное, у меня все хорошо, но гораздо приятнее жить и знать, что у тебя все хорошо. Знать именно, быть уверенным в этом. И если даже у тебя не все хорошо, знать, что конкретно у тебя не хорошо, и решать эти вопросы. А не сидеть и не ждать, пока у тебя что-то заболит до такой степени, что ты уже прям не сможешь терпеть, и тогда ты пойдешь к врачу. Вот это то, что я осознала реально, что если есть проблемы, проблемы нужно решать, потому что вы у себя один, и если вы за себя не будете как-то бороться, если вы не будете себя поддерживать в нормальном состоянии, никто не придет вас за ручку, никакому врачу не поведет. Я ходила среди прочих врачей к офтальмологу, я поняла, почему я так размыто вижу этот мир. У меня один глаз минус один,
А второй правый, по-моему, и левый минус один. У меня была вообще... Меня обследовал там офтальмолог на, по-моему, 4 аппаратах каких-то специальных. То есть я прям поворачивалась, то есть они стояли вот один, второй, как бы получается. Ты садишься на такой крутящийся, как барный стульчик такой, который полностью проворачивается. Ты сначала в один этот аппарат посмотрел, потом развернулся на этом стульчике во второй. А потом мы пошли, посмотрели на вот эту вот табличку с буковками. Одним глазом я вижу, по-моему, 4 ряда, вторым глазом я вижу 5 рядов, или там 3-4 ряда, не помню. Потом мы пошли на еще 2 аппаратика тоже. Потом она еще какой-то специальной ручной такой штукой там в глаз позаглядывала, чем-то посветила. После того, как первый, по-моему, первый и второй вот этот вот аппарат я села, мы вышли из этого кабинета, она говорит: «А вы очки носите?» Я говорю: «Нет». Она так на меня посмотрела. Я говорю: «Ну, вы знаете, вообще я вижу так не сильно хорошо». Она такая: «Ну вот я же вас поэтому и спросила». То есть уже по первым вот этим вот 2 приборам она уже поняла, что что-то не так. И потом она на меня одела такие, как пластиковая такая оправа, без стекол. И она туда вставила какое-то стеклышко. И у меня просто, знаете, такое ощущение, что вот как вы моете окно, да, вы на него там чем-то набрызгали, и такая грязь, пена, такое вот все. И потом таким каким-то шпателем, да, или какой-то резиновая такая штучка, провели вот так, и вы видите, что за окно. Вот у меня была абсолютно такая же картина, когда она мне вот эту вот линзу как бы вдела. И я увидела, вы знаете, вот эта табличка для проверки зрения, там есть ряды, 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 и такая красная черта. И под ней еще, по-моему, 3 ряда. И я под красной чертой видела даже 1 ряд, даже немножко 2. И я так сижу, и вот в чем дело. Оказывается, мир можно видеть гораздо четче, чем его вижу я. Поэтому, если вы меня когда-нибудь увидите, и даже если мы с вами знакомы, подойдите поближе, потому что я, может, вас просто не вижу. И сказала мне врач, что... В принципе, это как бы уже показание к тому, чтобы выписать очки. И говорит: если вы хотите, то мы вам можем их выписать вообще без проблем. Но я пока отказалась, я вдаль вижу не сильно хорошо, но я не могу сказать, что я от этого дико страдаю. То есть я немножко не четко вижу, да. Но вблизи я вижу прекрасно, и пока что не хочу я очки, но в дальнейшем, если мне будет надо, то мне их выпишут, я спокойно их приобрету. Но я не знаю, я думаю, что если когда-то такое случится, ни я первая, ни я последняя, я не как-то прям очень сильно по этому поводу переживаю. Если так случится, что хотя у меня и по папиной, и по маминой линии, по глазам вообще очень хорошая наследственность, у меня папа очки носит только там, когда телевизор смотрит, мама вообще очки не носит. И в жизни, соответственно, папа тоже не носит очки. Но если так случится, то есть контактные линзы. Я знаю огромное количество людей, которые с этим живет, и ничего со мной страшного не произойдет. Но теперь я, по крайней мере, знаю, в чем эта проблема, что у меня как, я могу... через какое-то время опять же прийти к этому же врачу, который откроет мои там данные в компьютере, посмотрит, что было, посмотрит, как есть. То есть это действительно вот этот, вы знаете, порог психологический, который у меня был, вот этой какой-то боязни врачей, поликлиник, вот этой вот всей медицинской системы, у меня просто пропал вот этот вот страх, вот напрочь его просто отбило. Вот я всю свою жизнь боялась, и вот я бояться перестала. Поэтому я не знаю, где вы живете и какой у вас там на месте, какая у вас медицинская инфраструктура, но если есть такая возможность, конечно, лучше проходить раз в год хотя бы, проходить медосмотр и смотреть, как, что там, где, потому что, опять же, это ваше здоровье, это ваше тело. Если вы не будете здоровы, то ничего вас в жизни не будет радовать, потому что здоровье — это на самом деле самое главное. Поэтому это то, о чем мы должны заботиться, и то, о чем мы не должны забывать.
И, к сожалению, на вот этом медосмотре вся моя врачебная история еще не окончена. Я рассказывала, что у меня бывают боли в спине, и сейчас я буду заниматься вплотную вот этим вот всем делом. Но, опять же, у меня проскакивает иногда такая мысль, вот, ввязалась. Но я рада, что я ввязалась в это, и я уже спокойна за то, что я хотя бы что-то делаю, и хотя бы как-то я вот опять же свою эту проблему со спиной буду решать, потому что я когда-то об этом, возможно, расскажу подробнее, когда это, в общем-то, тьфу-тьфу-тьфу, все решится. Но столько лет, сколько я терпела эту боль в спине и терплю до сих пор, ну, собственно, сейчас я уже что-то делаю, это вообще, это такая глупость. Вообще нельзя жить спокойно, когда тебя что-то тревожит. Эти вопросы надо решать, и ничего у вас не пройдет, ничего у вас не рассосется, проблемы не исчезают сами по себе. Проблемы надо решать. Вот. Это то, что я поняла в феврале, и это огромный просто сдвиг в моем сознании. И сейчас мне жить станет вот хотя бы в этом плане гораздо легче, и я безумно благодарна этому февралю за вот такой вот опыт. А следующее, что было, это фильм, единственный фильм, который я посмотрела в этом месяце, это «50 оттенков свободы». Да, довелось мне в жизни посмотреть предыдущие два фильма, и как не пойти на третий? Ну, что вам сказать, вы знаете, я посмотрела этот фильм, и, наверное, еще суток трое после его просмотра мне не хотелось сахар в кофе добавлять, понимаете? Оно настолько приторно-сладкое и такое. Предыдущие фильмы, хоть они и были такие, конечно, розовенькие, такие мечты, прям девочки, которые встретят вот такого богатого там мужчину со своими заморочками. Оно все равно было такое, конечно, наивное, понятно, но ну, не до такой степени, как третий фильм. Третий фильм просто, ну, сиропчик, понимаете? Вот сиропчик сиропчиком. И, ну, в общем, я не знаю, что по этому поводу сказать. Я досмотрела эту всю трилогию, конечно, в плане досмотреть. Если вы смотрели предыдущие части, можно, но ну, слишком оно такое наивное, сказочное и, ну, уж совсем, знаете. Я даже не знаю, как сказать. Наивное, очень-очень наивное, очень-очень слащавое. Вот. А следующее впечатление тоже очень яркое впечатление февраля. Наверное, по второе по яркости после медосмотра. Это мои приключения с телефоном. Я уже выставляла об этом пост в Инстаграм. Но расскажу еще здесь. Здесь все-таки, наверное, это посмотрит большее количество людей. У меня телефон и разблокируется он у меня отпечатком пальца. И когда ты вводишь этот отпечаток пальца, кроме как вот вариант разблокировки отпечатка пальца, он предлагает еще как дополнительный вариант разблокировки это либо графический ключ, то есть это когда, по-моему, 9 точек, да, получается, их нужно определенной последовательности соединить, то есть нарисовать какой-то графический там рисунок, графический ключ, либо код. Это числа, либо пароль. Это и числа, и буквы могут быть. До этого я пользовалась, у меня телефон Xiaomi, до этого я пользовалась тоже Xiaomi, как бы предыдущей моделью, 1,5 года. Друзья мои, 1,5 года. И 1,5 года у меня был графический ключ. И он у меня не просто был. Я им пользовалась, потому что очень часто у меня бывает, что я вышиваю, или там готовлю, или сижу ем. И у меня лежит вот так вот на столе телефон, и приходит, например, там в Вайбере какое-то сообщение, экран загорается, но у меня нет возможности взять телефон в руку со стола и пальцем его разблокировать. Соответственно, у меня загорелся экран, и я нарисовала графический ключ, разблокировала телефон, написала какое-то сообщение, отправила. То есть я этим ключом пользовалась 1,5 года. 2 месяца назад я купила новый телефон, и для того, чтобы, не дай бог, не забыть графический ключ, я
вела точно такое же, как я вводила 1,5 года назад. Точно такое же. Так получилось, что приобрел папа себе телефон. Я ему помогала там с программами, там, то с тем, то с этим. И у него тоже графический ключ. Но другой, соответственно, не такой же, как у меня на телефоне. И так как я достаточно часто имею дело с папиным телефоном, потому что он что-то меня просит делать, и папиного пальца у меня обычно с собой нет, я приложила усилия для того, чтобы запомнить папин графический ключ. И у меня уже было вот на протяжении нескольких предыдущих недель такие случаи, что постоянно по воздуху прилетают какие-то обновления Xiaomi, и он просит: «Установи меня, пожалуйста». И кроме того, что телефон постоянно просит, у меня еще трясется браслет на руке, и тоже говорит: «Установи, пожалуйста, обновление на своем телефоне». И я устанавливала эти обновления, телефон перезагружается, и когда телефон перезагружается после обновления, первым делом он требует при первом включении не палец, а графический ключ. Вот такой есть, я не знаю, глюк, или, как мне объяснили в сервисном центре, это такой уровень защиты определенный, абсолютно, как по мне, бредовый, потому что графический ключ можно знать, его можно подсмотреть, его можно списать, он может быть написан там у человека, я не знаю, на обратной стороне там чехла, или, ну, есть такие люди, знаете, которые носят там карточку банковскую, и на ней написан пин-код, ну, всякое же бывает, да, или бумажка рядом лежит с пин-кодом. Мало ли, то есть графический ключ и код, и пароль — это такие вещи, которые можно подсмотреть, которые можно узнать. А если ты уже украл у кого-то телефон, то вряд ли ты его украл вместе с пальцем человеческим, правда ж? Скорее всего. То есть для меня это вообще такой бред, но вот есть такая история, что первый раз, когда телефон перезагружается, он просит не палец, а вот этот вот альтернативный метод разблокировки. И у меня были уже такие случаи, случая два, когда у меня перезагружался телефон, и я не могла вспомнить графический ключ, но я вводила, там три попытки есть, я вводила один раз что-то не то, потом второй раз вводила, оно разблокировалось. И я не могу себе представить, как я, человек, у которого есть блокнотик с паролями, от самого моего первого в жизни пароля, по-моему, это еще было ICQ, помните, вот эта Аська, где надо было переписываться, и вот этот вот номер моей этой Аськи из, по-моему, там 4 деления на цифры, то есть там 3 цифры, еще 3, еще 3, еще 3, или по 4, не помню, длиннющий такой номер. Вот с этого момента, то есть как я только попала в интернет первый раз, я завела себе этот самый блокнот, и как только я регистрируюсь на каком-то самом элементарном сайте, на котором я заказываю какие-то колготы, на которые я, возможно, никогда в жизни больше не зайду, и когда там есть вариант там заполнить, там оформить заказ и зарегистрироваться, да, автоматически, я всегда беру этот блокнотик, этот пароль записываю. Всегда. Всегда. Кроме зарисовать этот графический ключ. Вот я почему-то была уверена на 100%, что я его не забуду. Я, еще раз говорю, его 1,5 года вводила. И в, получается, позапрошлое воскресенье я опять, у меня что-то телефон попросил вот это вот обновление, браслетик провибрировал. Я думаю, ну ладно, обновляйся. Я нажала кнопку, чтобы оно там обновилось, телефон перезагрузился и просит графический ключ. Я прикладываю палец к обратной стороне телефона, он тебе там вибрирует и говорит: не-не-не, графический ключ, пожалуйста. И я смотрю на эти 9 точечек, и я понимаю, что я его не помню. Я его не то что не помню чуть-чуть, я не помню даже с какого угла мне нужно в какой идти. То есть я его забыла просто под ноль, вот просто напрочь. Я даже не помню, вот как-то так, или с другой стороны, или отсюда, ничего. Я идеально помню папин графический ключ от папиного телефона, идеально. Но я не помню своего, даже приблизительно. И когда я поняла, вот буквально первые несколько секунд, что я посмотрела на вот этот вот эти 9 точек, я поняла, что мы имеем проблему, потому что я его не помню, я поняла, что я его не вспомню. И пошли у меня часа 4 попыток ввести
хоть что-нибудь. Я пробовала просто, знаете, как отвлечься от всего и просто вот какой-то мышечной памятью что-то поводить. Мышечная память постоянно выдавала мне один и тот же набор каких-то этих движений, которые были неправильны. И там еще такой прикол, что ты не можешь постоянно сидеть и вводить, рисовать этот ключ. Если ты ввел его неправильно, то следующая попытка у тебя может быть через 4 минуты. То есть ты ввел неправильно, сидишь, ждешь 4 минуты, психуешь. Потом опять ввел неправильно, еще сидишь 4 минуты, ждешь, психуешь. Я обыскала в интернете, я пересмотрела, по-моему, все видео о том, как можно разблокировать телефон с забытым графическим ключом. Видео, статьи, все на свете. И все эти способы были с полным удалением всех данных из телефона. Кроме того, там, когда ты вводишь неправильно графический ключ, у тебя появляется такая кнопочка «Забыл пароль». И когда ты нажимаешь на эту кнопочку, почему-то у других людей вот в телефонах, да, то, что я видела скриншоты, там есть такое окошечко, чтобы ввести пароль от Google, да, Google пароль свой, и таким образом телефон можно разблокировать. У меня же было только одно у меня всплывало окошечко. Вы действительно хотите удалить все данные своего телефона и его разблокировать? Типа ввести новый графический ключ. И была возможность нажать эту кнопку, была возможность через Google аккаунт, опять же, разблокировать телефон, но опять же с полным удалением всех данных. Я перепсиховала жутко, я пересмотрела огромное количество информации в интернете. На следующий день я полночи не спала. На следующий день я пошла в сервисный центр, прям к самому открытию. Я связалась с моим знакомым, который очень хорошо разбирается там в компьютерах, в телефонах, и он мне сказал, что, ну, здесь два варианта. Либо ты вспомнишь этот ключ, либо все обнулять, потому что, говорит, защита, она на то и защита. И я пришла в сервисный центр, и мне сказали, собственно, то же самое, что просто все удалится, и мы вам телефон разблокируем. Потому что есть вот такой прикол, что да, первый раз он просит не палец, а вот этот графический ключ. Я не знаю, как это могло получиться. Вообще, я сама теперь боюсь, откровенно говоря, вот без шуток, боюсь своего мозга, потому что как можно забыть то, что ты помнил 1,5 года, не то, что ты помнил, то, чем ты пользовался 1,5 года, как это можно вот так вот, вот просто вот так вот забыть, я не знаю. У меня тут была целая система, сейчас я вам покажу. Вот, вот таким вот я занималась, понимаете? Я нарисовала эти точки, вот эти вот ключи просто подбирала и зарисовывала те, которые не подходят, для того, чтобы не вводить их второй раз, не тратить свои драгоценные 4 минуты, которые потом ждать до следующего этого возможности ввести этот ключ. В общем-то, пошла я в сервисный центр, и мне сказали, что все, надо все удалять. Я говорю, ну удаляйте. Ну, а что делать? И да, удалилось у меня из телефона все, что там было. Слава богу, мне повезло, что я 2 месяца назад поменяла телефон, и мой старый телефон, вся старая информация в нем осталась. Все контакты у меня были на сим-карточке, и, соответственно, я опять же просто со старого телефона перенесла все данные на новый. Но все то, что вся информация, которая у меня была за 2 месяца, сохранена, вся та информация удалилась. Вот такая вот история грустная. Ну вот, не повторяйте моих ошибок, записывайте абсолютно все, записывайте, зарисовывайте, потому что потом бывают вот такие вот истории. Я не представляю, как это могло в принципе произойти. Вот оно у меня в голове не укладывается, но это произошло. Поэтому, чтобы такого не происходило с вами, обязательно все записывайте, делайте резервные копии того, что вам важно. Есть вот эта вот система Mi Cloud, где можно, чтобы автоматически все ваши фотографии вот в этом вот Mi облаке сохранялись. Но у меня там, я не знаю, там надо, наверное, разобраться, у меня там все забито. Мне постоянно приходит информация, что места там больше нет. Очевидно, какое-то время все, что у меня было в телефоне, там сохранялось, и оно в какой-то момент заполнилось, и все, больше туда ничего не лезет. На Google диск я сохранение автоматическое не делаю, потому что Google диском я пользуюсь в
определенных моментах, когда мне нужно перенести там с телефона на компьютер какие-то данные или обратно. То есть мне не надо, чтобы у меня на Google диске были просто все мои фотографии, чтобы там была какая-то свалка. То есть я им пользуюсь именно по работе. Единственное, что я сейчас для себя поняла и ввела в привычку, это я сохраняю, постоянно делаю резервную копию переписок в Вайбере. То есть я чаще всего для общения пользуюсь сейчас Вайбером именно, и я все сохраняю каждый понедельник или каждый там вечер в воскресенье, я делаю резервную копию всех своих переписок, и меня это очень спасло, когда вот такое вот произошло. Я себе восстановила те сообщения, которые были вот неделю назад, да, это случилось в воскресенье, я как раз должна была в этот день делать новую резервную копию, но так получилось, что я потеряла сообщение за неделю, а не за 2 месяца, как могла. Поэтому, хоть это хорошо, но, опять же, не повторяйте моих ошибок. Еще 2 впечатления, уже подходим мы к концу. Первое – это подготовка к Пасхе. Сейчас вот на последней неделе февраля я начала уже готовиться к Пасхе, отложила все свои работы, которые у меня сейчас есть, и за 1,5 месяца до Пасхи начала готовиться и вышивать пасхальные дизайны. Но хочу вам сказать, что я поздно спохватилась. Вот вы будете смеяться, я не знаю, как за 1,5 месяца это может быть поздно, но в рукодельном сообществе, очевидно, может. И то, что я задумала, я сейчас просто посчитала, хладнокровно села, посчитала, что я, ну, успею, ну, вот так вот вплотную просто, прям ко дню Пасхи я закончу все свои работы. Соответственно, выложить их за какое-то количество времени, чтобы зрители успели что-то сделать, если им это тоже понравится, скорее всего, мне этого не получится сделать. И я постоянно себе пытаюсь как-то, я не знаю, уяснить для себя тот факт, что за 1,5 месяца, за месяц до какого-то события нужно не начинать что-то делать, а начинать выкладывать то, что ты уже сделал. Вот в чем разница, вот в чем все дело. И опять же, получается, я начала к Пасхе, которая в апреле, начала готовиться в конце февраля, и это поздно. То есть, очевидно, это нужно было делать сразу после Нового года, как сделали умные люди, и как не сделала я. Я была вот поглощена своими 3 процессами и их чередованием, и вот так вот получилось. Но пасхальные работы будут, но, опять же, когда это все выйдет, очень сложно сказать. И последнее мое впечатление в этом месяце – это концерт. Вчера у меня был концерт, кто не знает, вдруг я занимаюсь танцами, восточными танцами, уже страшно сказать, сколько лет. В этом году 9 лет будет, и у нас был концерт. Я, к сожалению, огромному в этот раз участвовала только в одном номере. Учитывая мои предыдущие опыты, где-то было по 4 номера за концерт, конечно, это было очень мало, это меня очень расстраивает. Но у нас произошли такие определенные перетрубации в нашей группе, у нас влились новые участники в нашу старшую группу, и это все очень сложно с новыми людьми, и, к сожалению, мы групповой танец успели поставить вот только один. В принципе, у нас был фактически готов еще один, но мы уже решили его в каком-то экстренном порядке не лепить на концерт, лишь бы слепить. Уже перенесется на июнь, я думаю, этот номер. Но, в общем-то, выступили мы хорошо. Я не буду уже на YouTube выкладывать. Возможно, выложу, когда будет профессиональное видео, вот с камер, то, что снимали. У меня снимал папа из зала, и кусочки я выложила в Instagram. Ссылка на мой Instagram всегда есть под каждым видео. Можете перейти, это можно сделать даже с компьютера, не обязательно с телефона, если вдруг вы не зарегистрированы в Instagram. И посмотреть, там я выложила 2 кусочка танца, те, что нормально получились у папы, то, что он снимал. Было в зале как минимум 2 мои зрительницы с Ютуба. С одной мы переписывались, но она не подошла, так получилось, что я общалась с другой зрительницей, и тут меня уже начала за рукав дергать Ира, что пошли-пошли. И я пошла за Ирой, и как раз вот в этот момент ко мне хотела подойти еще одна зрительница, она мне написала, что вот я хотела подойти, но тебя уже Ира позвала, я думаю,
Но все равно мы с ней встретимся через 2 дня на выставке, так что это не страшно. И подошла ко мне еще одна зрительница. Я, честно сказать, я была немножко расстроена. Я была в таком каком-то непонятном состоянии, потому что получилась такая небольшая лажа в танце, что мы танцевали с шалями. Шаль — это вообще крайне непредсказуемый аксессуар. Ты можешь хореографически все делать очень точно, но в какой-то момент эта шаль тебе просто надевается на голову, и все, и делай с ней что хочешь. И да, вот со мной такое произошло, что в одном моменте мне эта шаль на голову намоталась. Самое жуткое, что в этом моменте может быть, это начинать судорожно двигать руками и пытаться ее с себя снять, потому что это, во-первых, некрасиво, а во-вторых, в стрессовой ситуации чаще всего ведет к еще большему запутыванию. Я ее пыталась аккуратненько с себя снять. В моей голове это длилось минут 15, понимаете? Поэтому я была... Закончился номер, я была такая немножко подрастроена, я спустилась в зал. Я люблю все делать идеально. И я понимала, что это было не идеально. Я расстроилась, я еще не видела, как это смотрелось со стороны, и ко мне подошла моя зрительница, увидела меня: «Ой, Марина, здравствуйте!» Подарила мне цветочек в горшке, сказала, что потом его можно высадить в землю будет на даче весной. И я такая расстроена, и я понимаю, что человек пришел, и человек радуется. И я с самой натянутой улыбкой, которая только может быть, я понимаю, что улыбайся, к тебе люди пришли, а я расстроенная. И я ее пыталась вчера найти, хоть извиниться, сказать, что вы извините, что я вот так вот как-то была, возможно, не прям очень сильно любезна, объясните ситуацию, но, к огромному сожалению, я ее найти не смогла. Я нашла вот другую девушку, которая тоже приходила, но это не та, которая подходила ко мне. А ту, которая подходила, к сожалению, я не нашла. Надо сразу спрашивать Ники, потому что я уже не первый раз замечаю, что концов потом не найдешь, просто человек пропадает потом. Но я взяла у папы камеру, и мы зашли с Ирой в гримерку, сели, просмотрели этот номер, и я поняла, что то, что в моей голове длилось, я не знаю, вечность, на видео это было, я не знаю, 1,5 секунды, жалкие 1,5 секунды, где да, мне набросилась эта шаль на голову, да, я какие-то 2 движения сделала с ней, потом я ее, как бы, очевидно, я немножко рукой как бы приподняла, да, и она просто по волосам соскользнула, и я продолжила танцевать дальше. То есть там проблема вообще выеденного яйца не стоит, понимаете? Это ничтожная какая-то секунда, которая ни на что не повлияла абсолютно. И я вообще стояла там где-то сзади в этот момент. И в тот момент в танце, когда я выходила вперед, то есть у меня была такая мини-сольная партия, это тоже, кстати, в Инстаграм есть, когда я выходила вперед, и там вот эти вот элементы именно с маханием этой шалью, с переворачиванием под шалью, то есть ты должен провернуться, у тебя шаль сзади, ты должен провернуться таким образом, чтобы она у тебя оказалась впереди, то есть там такое своеобразное движение. Я очень боялась вот именно этого движения, кроме того, это еще все должно быть синхронно с другими танцорами. И вот это все у меня получилось идеально, то есть я вот безумно довольна именно вот этой своей маленькой сольной партией, за которую я больше всего переживала. Это получилось прекрасно. Но вот были такие вот, не знаю, 5 минут плохого настроения, в которые ко мне умудрились подойти. Вот и зрительница ко мне подошла, и друзья, которые приходили на... Ну, как бы, которые я приглашала именно, там, друзья семьи, которые приходили, папа, и я такая вся расстроенная, и они говорят: ну, типа, ты чего, мы вообще ничего не заметили, все было идеально, что с тобой? А вот у меня были такие вот 5 минут, в которые попали, к сожалению, некоторые люди, на самом деле ничего страшного абсолютно не произошло, так что... Ну, я посмотрела, я пришла домой, еще раз пересмотрела это видео, поняла, что вообще проблемы нет. Вот, проблемы нет, понимаете? Когда вот такое вот случается с какими-то аксессуарами, это... По большей части, ну, это непредсказуемо, понимаете? Когда ты танцуешь шалью, это непредсказуемо. Может быть абсолютно всякое. Одно дело, ты забыл хореографию, да, это твоя проблема личная. То есть это ты не дотренировался или это ты перетренировался, что со мной тоже, кстати, очень часто бывает, и я уже вот на этом концерте этой ошибки, слава богу, не повторила.
Потому что когда ты болезненный свой элемент какой-то повторяешь бесчисленное количество раз, есть огромная вероятность, что во время концерта ты в этом месте ошибешься, в этом месте, которое ты миллион раз повторял. Потому что просто у тебя включается какой-то вот этот вот тумблер, что тебе в этом месте страшно. То есть ты подходишь к вот этому вот месту в танце, и у тебя какие-то такие мурашки пробегают. О боже, вот этот элемент! И на вот этой вот мандраже ошибиться просто элементарно. А то, что с аксессуарами бывает абсолютно все что угодно. И главное, как я уже сказала, в этом месте не паниковать, а попытаться как-то, во-первых, достойно выйти из уже сложившейся ситуации, и когда ты вышел из этой ситуации, сделать вид, что ничего не произошло. Это тоже очень важно, потому что львиная доля людей, которые сидят в зале, может просто этого не заметить. Вот реально, они не туда посмотрели и так далее и тому подобное, но если ты остаток танца будешь с перекошенным лицом, то рано или поздно кто-то на тебя все равно посмотрит и поймет, что что-то здесь не так. А если ты сбросил с себя шаль и улыбаешься, и тебе все прекрасно, то никто вообще ничего не поймет. Так что вот такая вот была у меня история, вот такой вот был у меня февраль. Завтра я встречаю, скорее всего, я думаю, что это видео выйдет 1 февраля, 1 марта, уже все знают. Я встречаю Галю, ночная вышивальщица, которая приезжает из Львова, я встречаю ее на вокзале. Она решила приехать не на выставку, а прямо вот, а накануне аж вечером. И послезавтра уже выставка, я в огромном предвкушении. Я вчера выставляла, опять же, в Инстаграм в сторис, показывала кусочек вот тех вот пасхальных дизайнов, которые я сейчас вышиваю. И я сказала, что, вы знаете, после вот таких мероприятий, как концерты, как выставки, то есть то, что волнительно, то, к чему ты готовишься, казалось бы, это должно как-то утомлять, да, то есть ты готовился, ты дошел до какого-то этого мероприятия, ты сделал то, что было нужно, и потом такой приходишь домой, завалился, и все, у меня нет сил, я так устал. А у меня это все работает наоборот, у меня это все работает на вдохновение. После того, как заканчивается концерт, я готова еще 3 отплясать. Вот у меня просто, знаете, наверное, выброс какого-то адреналина, и то же самое у меня происходит после выставки, это огромное вдохновение, которое посещает, и вот этого заряда положительных эмоций и вдохновения, его на самом деле очень надолго хватает. Мне пишут постоянно в личные сообщения там куда-то на Facebook. На Facebook это вообще гиблое дело, потому что я там очень плохо разбираюсь и очень редко туда захожу, но там и в Instagram, ВКонтакте мне пишут, что а вот я живу там в стольких-то часах от Киева, есть ли мне смысл ехать на выставку, какие на выставке цены. То есть уже сама постановка, да, вопроса, то есть что ты собираешься ехать на выставку для того, чтобы что-то купить. У нас, слава богу, в Украине очень развиты две вещи, это мережа, там, сеть рукодельных магазинов онлайн. Это первое. И второе — это отделение Новой почты. То есть как бы и то, и другое охватило собой всю страну. И если ты хочешь что-то купить по отличным ценам, с прекрасным выбором, это все проще сделать реально в интернет-магазине. Потому что сказать, какие цены будут на выставке, невозможно. Потому что некоторые производители, они цены завышают преднамеренно, да, чтобы на выставке заработать, нажиться на ней. А некоторые, наоборот, снижают цены, то есть так называемые выставочные цены. Я вчера видела, боюсь вас обмануть, то ли Абрисарт, то ли какая-то такая компания в Инстаграм выложила, что приходите, будут специальные типа выставочные цены. И некоторые компании проводят розыгрыши какие-то. То есть здесь не угадаешь. То есть ты не знаешь, на что ты попадешь, ты не знаешь, какая будет политика у той или иной фирмы на этой конкретной выставке. То есть ехать на выставку специально для того, чтобы скупиться, я бы не ехала. Вот правда. Потому что ехать из какого-то другого города с целью купить себе наборов на выставку, их гораздо выгоднее, можно купить
в интернет-магазине, опять же, девушка мне писала, вот если я там, значит, поеду, куплю на выставке что-то, вот, окупит ли это мне дорогу? Вот. Я думаю, что, скорее всего, это не окупит дорогу, и это может получиться дороже, чем в интернет-магазинах. И я ей объяснила, что лично для меня, как и для многих других людей, выставка — это скорее не шанс что-то купить. Да, в том числе, если тебе что-то понравилось, если на выставке хорошие цены, ты можешь, конечно, купить, и многие девочки с огромными торбами идут с выставки. Но для меня, опять же, как и для очень многих других людей, выставка — это возможность получить огромный заряд положительных эмоций, потому что, ну, представьте себе, да, вы попадаете, во-первых, в огромное помещение, где одновременно находится огромное количество фирм, вы можете посмотреть на эти вышитые картины своими глазами, вы можете что-то потрогать своими руками, вы можете пообщаться с представителями этой фирмы, то есть вы находитесь в таком концентрате, то есть это реально концентрат. Там вот все фирмы, там, которые можно себе представить, да, ну, украинские, по крайней мере, вот они там. И кроме того, это, конечно же, встречи, это знакомство, это та же самая рукодельная встреча, которая у нас проходит. Это немаловажная составляющая посещения выставки лично для меня. И я бы даже, наверное, сказала, что это абсолютно равноценное. То есть у меня абсолютно равноценно, что я иду ради непосредственно самой выставки, для того, чтобы снять видео, так и ради того, чтобы встретиться. То есть для меня это абсолютно равноценные вещи. Поэтому нет, дорогу вам это не окупит. Это, скорее всего, не окупит. Вы вряд ли скупитесь выгоднее, чем это было бы в интернет-магазине, но когда это касается посещения выставки, здесь речь идет не о финансовой прибыли, да, не о том, чтобы финансово выигрыше остаться, а речь идет о моральной и психологической, об удовольствии, которое вы получите. Вот это реально бесценно. Поэтому я абсолютно не удивлена, что приезжают девочки из других стран. Приезжала Алена из Москвы. Еще из России еще хотела приехать одна девушка. Ну, судя по тому, что выставка через 2 дня, она мне не пишет, скорее всего, у нее не получилось, но она планирует приехать на одну из следующих выставок, что тоже очень здорово, да, вообще из другой страны человек. Из других городов Украины приезжают, из Львова приезжают девочки, из Черновцов приезжают девочки, из Днепра приезжают, и из Харькова, по-моему, приезжают девочки. То есть в большинстве своем это поезд, который приезжает там, в 7-8 утра в Киев. В 10 утра мы встречаемся на платформе, и где-то часов в 6 вечера у людей уже поезд назад. То есть они приезжают, они не тратились там ни на гостиницу, ни на что. Они просто приехали, походили по выставке и уехали домой. И вы знаете, я их прекрасно понимаю. Если бы я была на их месте, я бы ездила. Я просто знаю это на 100%, что я бы ездила. Вот точно таким же макаром, как делают они. Утром приехал, вечером уехал. Но я бы 100% ездила. Потому что это огромный заряд положительных эмоций, если есть такая уже возможность. Билеты по Украине, но, слава богу, не так дорого стоят, там 260 гривен в один конец, и я думаю, что 2 раза в год, или хотя бы раз в год, уж точно можно себе позволить потратить там эти 600 гривен, да, на билеты, и просто окунуться в эту всю атмосферу. Короче говоря, я так говорю, как будто я организатор этой выставки, честное слово. Я к организаторам выставки не имею вообще абсолютно никакого отношения, но просто это мне очень приятно, меня это очень радует, и я хочу, чтобы прежде чем вы делали какие-то выводы, вы хотя бы раз приехали и действительно попробовали сходить, походить, сходить на эту рукодельную встречу и сделать для себя свои собственные выводы. Вот и все. Все. Кажется, мало было у меня впечатлений, но я все равно умудрилась наболтать на 50 минут. Это же я. Могу, умею, практикую. Даже 7 пунктов я раскатала на 50 минут. Я надеюсь, что вы это видео досмотрели, потому что, скорее всего, в этот же день у меня выйдет видео с выставки. Я очень на это надеюсь. Обычно мне удается смонтировать его в тот же самый день и, соответственно, уже во вторник, в четверг. Мне это видео выходит, я не буду загадывать, но очень сильно надеюсь, что в этом году тоже так же получится, чтобы те девочки и мальчики, возможно, которые хотят пойти на выставку в субботу, потому что все-таки
очень многие посещают именно в выходной день выставку, уже знали, куда им надо идти, куда им не надо идти, что где интересное и так далее и тому подобное. Так что все. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо всем, кто что-то напишет в комментариях по поводу каких-нибудь услышанных вещей в этом видео, тем поднятых. Спасибо вам за внимание, удачи вам и творческих успехов. Пока!